Ребятушки, здорово. Продолжаем тусовку нашу в Звездных войнах. Нам надо сейчас погнать и выйти вот сюда. Вот сюда. Вот сюда? Так далеко. Так, окей. Только я это сделаю не сразу же, а типа там чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик. Вот отсюда, ва. Потому что тут были какие-то руины, куда я не попал. Где, где, где? В скиллы. Батарейка. Отлично. Сейчас мои аптечки будут восстанавливать достаточно. А не вот эту маленькую кобзю. Ай, 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 не то нажал. Бесит, бесит. Ну, как вы поняли, я тут немножечко уже поползал. Поэтому у меня стало два перка вдруг. Откуда-то взялись. Потому что я ходил, искал на жопу приключений с зелеными полями, сквозь которые я теперь научился проходить. Так, тут у нас есть теперь возможность ходить, бродить без вреда. Ух ты. А туда я, кстати, могу пойти? Вот туда вот. Там вон какая-то херовина здоровая. Но по-любому могу, но не хочу. Здорово, пидорас. Я с вами играть не буду, идите нахуй. Так. Туда я тоже не могу попасть. Оп. Какая угрожающая музыка играет. О, нет, в пизду. Я пойду лучше по сюжету. Так. Окей. А куда мне это надо? А, ну вон прямо отсюда. А, вон еще закрытая область. Нифига. Ладно. Это я потом без записи. Пойду посмотрю, что там такое. Этих пидоров валить. Хлыщ. Ха, не попал. Да иди в жопу, я не буду с тобой драться. Я миролюбивый. Туда я тоже не пойду, у меня соответствующих скиллов нет. Туда тоже не пойду. Короче, никуда не пойду я. Я понял, что я еще лошок. У меня растет пушок. Все, можно просто отсюда медитировать туда. Вот. Так, погнали. Архив Джетха. Куда дальше? Ай, ай. У
Где этот Пинкертон? Вот он. Нет, я вот этому должен был Пинкертона принести. Какие-то там свитки. Гордова. Привет, Гордова. Кал, беги вовремя. Я вспомнил второе место, которое можно заходить, исследовать. Другой храм. Да, совершенно верно. Это на юге пустыни, и это довольно великолепно. Когда я его посетил, я почувствовал вес прошлого на себе. Я уверен, что вы тоже почувствуете. Звучит интересно. Думаю, да, было бы, конечно, проще до того, как империя увеличила здесь свое присутствие. Пидор. Исследуйте руины в южной пустыне. Козёл. А чё, блядь, сразу-то они не могли сказать? Это вот, в принципе, откуда я только что пришел. А почему у меня тут этот? Тут этот? Чё тут надо? А, мне Сири надо. Ага. Ага. А, вот он мне дал, короче, новую, кто он, румор, сплетню. Так, где Цири? Ты Цири? Это Мерин. Ты Цири? Да. Все. Надо тебе дать коды. Где детонатор? Цири. Цири. Мы не смогли спасти армию. Мне жаль. Я знаю, что ты сделал все возможное, Кэл. Нас не отследила империя. Да, уверен, что ты вернулся целым и невредимым. Мастер Гордова, ты нашел путь через бездну? Нет. Боди и я смогли найти в архивах несколько интересных данных. Века назад республика основала колонию на Кобо для изучения звездной аномалии, известной как Бездна. Сантари Хиви лидировал эту группу. Ранние попытки пройти через Бездну закончились катастрофой. Республика была на грани отказа от проекта. И потом угадайте, кто вызвался, что-то там, используя данные из этого путешествия. Хи изобрел компас бездны, чтобы сориентироваться. Республика основала поселение, джедаи построили храм, как ты сказал. К сожалению, время мира и процветания было нарушено, когда мародеры внешнего кольца вторглись. Он, должно быть, украл космос, компас точнее. Подавленная республика покинула Таналор. И консул джедаев, совет джедаев, что-то там сделал. Даган Цера. Сука. Это ген Дай. Он не часто вступает в союз с другими видами. Похоже, Рейнс работает с Дженган Даем. Поэтому Орден послал джедаев за компасом. И Даган убил других джедаев. Но Сантари сказал, что Даган был ключом к Таналлору. Может быть, дорогой джедай. Несмотря на все мои усилия, те компасы, которые вы мне принесли, не подлежали ремонту. Это про банки пива. Так вы говорите, что один из них все еще может быть там? Я попросила бы вас остаться и помочь нам, но я... Что ты думаешь? Надеюсь. Эта планета убежище для тех, кто выступает против империи. Ты с нами пойдешь? Я имею в виду, Грис может освободить место в Мантисе для тебя. Это место нуждается во мне. Скрытый путь нуждается во мне. Кордова. Прости, мой друг. Но сейчас мое место на Джетхе с Цери. Давай, позволь тебе, подготовить флешку с данными, чтобы у тебя был доступ к нашим исследованиям, куда бы ты ни двигался. Дай предположить, ты тоже остаешься? Когда мы впервые встретились, я подумал, что то, что мы разделяем, было уникально. Сражение вместе против сил империи, захватившей наши семьи.
Ты помогла мне понять, что я был не один. А ты мне. Но есть галактика, полная людей, которые страдали, как и мы. Так сказала Цири. Возможно, вы нашли для них убежище. Если мы найдем для них убежище, я к тебе присоединюсь. Прошло слишком много времени с тех пор, как я заставил волосы Гриза вставать дыбом. Увидимся снова на Мантисе. Поищите компас на Кобо. Итак, что мы имеем? Нашего рыжего хера все швырнули. Никто с ним ехать не хочет. Ай, ему дело. Пойдем сейчас опять на ебаную зеленую планету, блять, искать компас еще один. Меж делать-то нехуй между двумя планетами туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда ходить. Да? Ну чё? Поехали. О! Корускант планета какая-то открылась. Я тут ещё не был. Но мне пока сюда рано. Или на Корусканте я уже был. Короче, мне надо найти компас. А, тёлка это со мной пошла? Кан и Бот, они не занимаются уборкой. Я убирался этим утром. Подожди, нет, я этого не делал. Это мой косяк. Мерин не знал, что ты придешь. Может быть, возьми несколько стейков? Они к нам присоединятся чуть позже. Сири и я верили Таналору. Блять, предсказуемой империи, да? Будет тесно. Давай уже садись в кресло. Прибываем в пункт назначения. Кован. Кобо. Кобо. Ой. Ночь наступила. До этого мы типа только в днем были. О, ролик. Добро пожаловать в Кобо. Кал, я рад, что ты вернулся. Ты пропустил все действие. Это было ужасно, что произошло. Райдеры нанесли нам еще один визит. Взял блеск тому дроиду, которого ты нашел. Мой салон должен быть в порядке, Терл. Я думаю, ты обрушил это на нас. Я не виновен, мистер Грис, обещаю. Даган послал их. Он преследует Таналора. Здесь должно быть что-то большее, чем мы думали. Что-то перемешалось в ее банках памяти. Вернуть ее будет непросто. База рейдеров где-то там далеко. Мы видели это, значит, у них много огневой мощи. Она права. Теперь наше время выдвигаться. У них уже есть то, зачем они пришли. Они вернулись в свою крепость, чувствуя себя в безопасности. Может быть и нет. Но если ты ошибаешься, то они будут в поисках. Не волнуйтесь. Я останусь здесь и посмотрю. Не позволяйте ему плавать без присмотра. Лем, дай мне знать, нужна ли помощь. Меня зовут Мусси. Мирин. Окей, я разведываю вперед. Лен, Муся. Спасите Зи из Луричурка. Новые персонажи и... Conversation. И диалоги доступны. Куда мне нужно? Мне нужно вот сюда. Я тут уже был.
пиздец, тут сколько заданий всяких. Просто до усрачки. Оп. Это очень большая территория. Давай попробуем сходить вот сюда. Да блин, наставили тут своих ведер. Не пройти, не проехать. Так. Жареная гиена. О, три жареных гиены. Он был? Да, но зачем? На, сука. Джедай. Все. Это были его последние слова. Как их, а? Думаю, неплохо получилось. Так, блять, я тут был. Герархер. Этот мой? Что? Ах ты сука. Так. Медитировать. Надо немножко перекурить, сказал он. Fast travel. Traveling down the river. А, опять в этот обоссанный храм идти. Да что такое? Я ж тут уже столько времени потратил. Опять! На. Так. Так, ну ладно. А давайте попробуем. Вон там зеленый щит. Я через него не мог пройти. Теперь я могу через них проходить. Я же охуенный джедай. И вот там вот был щит. Мафака. Да. Прямо вот. О, здорово, чувак. Ой, fucking fuck. Да не попал. Слушай, ты какой-то охуевший, что ли? Привет. Открытый путь. Нихуя он не открытый. Ло, он не открытый.
Так, короче. Хер с ним. Давай попробуем. Мне же надо как? Мне надо же надо типа поджечь. Ой, нет. Ой, да, все правильно. Типа поджечь ее. Она такая подожжется. И мне путь такая чик-чик и сделает. Давай посмотрим, где она будет. Ага, угу. Z can decrypt this for us. Открытый путь. Вы ебанулись? Как мне туда попасть? Алло? Открытый путь, то есть я туда могу как-то попасть. Как, блядь? Ты, сука, иди сюда. Ты, значит, туда иди. Давай показывай, что тут у тебя есть. Какой тут открытый путь? Нет тут нихуя открытых путей. Все закрыто нахер. Ладно, в жопу. Я взял этот дата диск и все, и пошло все в сраку. Я не знаю, что делать. Принимаю извительные комментарии про то, какой это тупой. На ведь сюда? Да. Ой, блядь! О! Z can decrypt this for us. Мало жизни. Кавабунга. Так, меня тут ждут уже. Все, вот сам с ними воюю. Пошли нахуй. А, у меня силушки-то не осталось. О. А почему на него не действует замедление времени на этого пидораса? Блин, когда ночью это происходит, выглядит круче даже. Такое все светится от меча. Прикольно. А тут я был? Нет, конечно же. Давай, сходим, посмотрим. Эхо. Эхо. Почему этот кусок хлама не работает? Может быть, я просто разобью эту тупую штуку?
Давай, я тоже могу разобрать. Так. Я теперь знаю, как руководствоваться этим дерьмом. Так, у меня есть дата-диск. И есть что-то. И есть штука с шариком, которую я могу, если что, взять. Hello. Чё, суки, не ждали? Наставили своих полей. А я ведь пришел. О, тут день? Тут уже день? Воу. Это ж мазафакинг звезда смерти? Или я что-то путаю? Я отмечен, захожу. Ты это сделал? Они тебя спалили? Не, без шансов. С чем мы имеем дело? Какие-нибудь признаки? Лучший вариант, который я вижу. Так, короче. Может быть, через это болото? Может быть. Ты прав? Чё скажешь, Биди? Когда будешь готов, двигайся на портале. Вот они такие падлы, а, со своими джетпаками. Это один из способов не запачкать сапоги, ага. Так. Мне надо всего лишь спасти Зи. Вот это ж, ну, блять, ну, люди, которые разбираются. Ну, это же звезда смерти, ну, камон, ну, это же она. Или я тупорылый. Я хоть что-то понимаю в вселенной Звездных войн или нет? Или это по-любому, это копия, это реплика. Настоящая звезда смерти была уничтожена в пятой части. А потом делали ее копию. И вот это сейчас копия, которая упала на планету Кабо. Бла-бла-бла, бла-бла-бла-бла. По-любому так оно и есть. Так. Полетели, птичка. Сложно поверить, что кто-то может выжить в этих болотах. Видишь это здание, пацан? Я думаю, что нам сюда. Давай. Опля, спасибо, птичка. А чё, тут ничего не будет даже? Здорово, чувак. Что-то не до хера ты рыбу-то поймал, чего? А, нет, поймал. Год сам краб. Открыто новое место для ловли рыбы. Выходи. Тут какие-то люди живут, что ли? Винни. Здорово.
check this place out. О, давай, я сейчас опять плотно к вам встану, чтобы типа такой харазить вас всех. Вон, еще и ножкой так буду делать. Кал, что ты здесь делаешь? Я, у меня такой же к тебе вопрос. Я пришел сюда, чтобы найти Зи. Да, я тоже. Я Винни Эрскел. Неужели мы встретились? Мы только что встречались, но мне не помешала бы помощь. Что тебе надо? Мне сказали, что на болоте есть птица с великолепным оперением. Но когда я попытался рассмотреть один из них, он схватил мой датапад и улетел. У нее есть гнездо на вершине шпиля неподалеку, идентификатор. Но Винни говорит, что я должен остаться с ней. Да, этот шпиль. Это так близко, но так далеко. Ну, посмотрим, что я смогу сделать. Ты светишь, как звездочки. И ха-ха-ха. Возможно, более просто сказать спасибо, Кал. Светишь, как звездочки. Я бы тебе показал, что у меня натерто и светится, как звездочки. Так. Дрифтер. Разрушенный волчер-дроид. Да. А вот это что такое? Ну-ка, блядь. Заброшенная какая-то. Нет, выходи отсюда, ва, блядь. Это ж болото. Они ж затягивают, ёб твою мать. Там есть дверка? Да. Давай. Так. Я приземлился в какой-то кусок говна, блять, который меня засасывает. Сука. Бип-бип. Нет, я туда не пойду, идите в жопу. Наверх залезу лучше. Пипец тут, конечно. Ничего. Эхо. Как ты думаешь, сколько это стоит? Теперь это ничего не стоит, потому что принадлежит рейдерам. Все, рискованный бизнес. Ах ты, падла. Так. Мне же при любом раскладе туда надо. Да. А, все, я понял. А почему не зацепился? Ты был на этом кораблике до этого? Я так понял, что они оба были на этой звезде. И куда дальше?
Да, блядь. Как раз вовремя. Так, что ты хочешь? Угу. Так. ЧБД. Что было дальше? Вот что. Да ебучий случай, это еще и говно уходит под воду. Болото. А почему эту станцию не засасывает? М? Умники, блядь. There you are. Ready to liberate one slightly eccentric High Republic droid? Yeah. You? Well, I'm here, aren't I? Козлина. На готовенькое там, блядь, все гораздо. А вот не мог этот пидор взять меня в свой ранец и, блядь, перенести сюда? А? Нет, блядь, надо, чтобы я ходил весь в говне, а он летал просто. Какие-то проблемы? Нет. А что по поводу этого болота? Не потерял ботинки? А, что по поводу Датамира? Я видел и похуже. Мы застряли в довольно противном болоте на Датамире. Слышал, Датамир был преследуемый. На мое представление висели как место отдыха. Нихуя не понятно. Короче, письками меряются. Патрулинг. Звучит как проблема. Ой, ебту. Хорош. Да пошел ты, блядь. Так, мы сейчас находимся на складе у Империи, да? Такие штуки я помню. Ах ты, блядь! Да на, забирай. Ничего, добра не надо. Давай, стреляй еще. Да, сука. Ух ты, ух ты. Хорош. Надо найти другой путь. Ну, это типа будет шорткат, ага. Так, R1. Давай, иди. Работай. Ну, я думал, ты мне дашь тарзанку. Thanks, BD. Смотрите, я парю. Так, здесь должно быть больше.
вон тот хер бежит. Куда он делся? Куда ты его дел? Ты его выкинул в болото? Нормально. А нам куда надо-то? Так, там тупик, ну вот пошли в тупик. Ты так пили меня. Пью. Пенс. Борода. А, это такая пидорская маленькая. Где здоровая борода, как у викингов? Я хочу сделать его брутальным again. Make Kel brutal again. Так. Чик-чик. Что-то это мне даст? Наворотник это мне даст. Понятно. Так. Сюда. И сюда. Ну, конечно же, сюда. Зачем они пошли к этому роботу? Чем он такой важен? Старый робот. О, как красиво, мазафака. Кто смотрел мои прохождения игры Horizon, тот понимает, что я либо Red Dead, что я постоянно начинаю троить, когда какой-то красивый вид на небо со всякими лунами, звездами и галактиками. Я просто зависаю сразу же. Так, мне надо вот туда. А, ну ладно. Оп. Any tips? No. It was nothing like a Luker Hulk. Not sure why I even mentioned it. Could you clear this up? Чувак, давай помогай. Убери эту хуйню. Хоть какое-то взаимодействие есть. То, блядь, просто летает, как блядь, блоха падла мешает еще. Так, что мне сюда? Да, сюда? Так, побегаем. Оп. Привет. А как? Ой, гаси. It happens more than you think. No wonder they lost. Come on, let's go. Вот они так много пиздят друг с другом, не по делу. Лучше он с этой бабой ходил. Она хотя бы молчит. А он хуже бабу, блядь, этот индус пиздит без умолку. Я посмотрю, чтоб все чисто. Скажешь что-нибудь? Ты так прекрасно прыгаешь. Тут я был. Это по ебе не работает. Вот тут вот должен быть лифт. Там он враги.
Look at this place. Посмотрите на это местечко. Так. Отдохнули? Чё скажешь? Чё скажешь? You ever take apart a Luger Hulk in your scrapper days? Ну давай. Про брак. Один или два, много больше Венаторов. Хороший друг однажды нашел семейство ветряных мышей и сохранил тепло в теплопроводе. Пруф не колебался, он подобрал их и переправил обратно в свою квартиру. Он был именно таким. Сорян, Кал. Он звучит как хороший друг. Закрыто, закрыто, открыто. Закрыто с другой стороны. Как всегда. Тут-то даже ничего делать не буду. Поехали. Роджер, Роджер. Как маньяки какие-то. Да. Так, сначала вот этого козла. Ты мне помочь, ты не хочешь? Хуй. Так, R2. Не сомневался в себе. Даже рукой не помог. Чувак улетел, чтобы встретить вас дальше в Лурчихуке. Здорово, бойцы. Очень эффектно получилось. Очень. Особенно в конце такой хрясь его. Так. О. Идеально. Идеалити. Так. Оп, оп, оп. Внизу что-то есть? Что-то там, военный корабль, все как в старые добрые времена. Куда они собрались? Ого! Ого! Сколько там кораблей-то этих? Нифига себе! Вы видели, да? Вон! Вон! Вон, вон. Крутяк. Так, сейчас будет какой-то мини-босс, видимо. Ну, вон там какой-то хуй стоит. Моржовый. Ты хоть красиво его убей, что ли? Башку ему отрубил. Ну да, как фаталити прям.
Неплохо, неплохо. Закрыто, ага. Так. И раз, два, три, взяли. Наверх? Блять. А. Ага. Вот иногда FPS-ки проседают, так беспонтово, дерганно кажется все. Не очень так. Плохо постарались авторы. А чё? Что такое-то? Мне сюда, что ли? Он может атаковать целую планету с этим. Так, блядь, конечно, он какой тень. Сколько у них там оружия. А я не хочу вот этого, я хочу вот этого сначала кокнуть. Блять, никакого не кокну, сука. Так обосраться на только что. Прям так хорошо подкрался и, блядь, и просто упал, как кусок говна на них. Меч непробиваемое стекло. Чё-то тут никаких секретиков, ничего такого нету, даже странно. Ага. Прям затормозила игра так. Enforcer. Так, я открыл шорткат, ага. Мне туда. Так, у меня две аптечки. Да. Блять, почему так жестко тормозить начинает игра? Такого раньше не было. Center myself. Я надеюсь, что эта сука не вылетит, как обычно это происходит. То я уже так-то. Ой. Что это такое? Приветики. Вези меня, мразь, обратно. Так, окей.
Неплохо. Замедлялка времени. Еще какой-то хрен был, видели? Давай! Блять! Херовость тебя, друг козлина. Спасибо, приятель. Ты еще целый кусок? Да, блядь, я еще целый кусок. Я вот только не знаю, мне сюда? Или... Нет, мне по-любому наверх. Потому что здесь... Вот что. Дата-диск. А, нет. Шарт. Сохраненку сейчас найти. Ой. Блять. Как-то зафейлился так стрёмно. Как джедаи не должны фейлиться. Чё нашёл? Паук. Persistence. Так, давай еще раз попробуем. Блять. Сейчас я, короче, перепрыгну вот эту вот хуету. И все, на сегодня закончу. Ну и вот этих вот троих еще убью, четверых. Открою вот это. Мы получили материал командир. Так, куда дальше? Очевидно, вниз. А вот потом туда, а вот потом туда. Но я там не вижу точку сохранения, поэтому на сегодня в СЕО. Всем спасибо. До новых встреч.